Добрый день, друзья! Сегодня в следующем видео серия распаковка. Не совсем обычный выпуск по сравнению со всеми предыдущими. Я сразу вам тот набор хочу вам продемонстрировать. Небольшая краткая предыстория, почему он открыт, почему он не очень. Это вот видно таким вот винстам. Был я недавно в городе Екатеринбург, или некоторые, да, наверное, местные же называют. Город достаточно большой, интересный. И вот на этот город было раньше два модельных магазина. Ну, я так понял, что один закрылся. И остался один магазин. Его посетили. Вот такая вещь. Там на комиссии была вот эта вот модель. Был вот этот самолет. Сразу скажу, что цена его составляла, вот сами не стал убирать, 1050. Я сразу же его приобрести. Объясню почему. Во-первых, мне все летающие лодки, тем более большие, моторные. Недавно мы с вами распаковывали морячка Маринера, Мартин Маринер. Это двухмоторный самолет, тоже достаточно большой летающая лодка. Вот. А сейчас перед нами Шорт Сандерленд. Трикация из пяти, насколько я помню, которые существовали в природе. И при цене 1950 рублей, значит, эта цена очень приемлемая, хотя это старая модель, но у меня была возможность в магазине ее открыть. И самый критический для меня момент, критичный, это расшивка. Она здесь как положено, она здесь внутренняя. Собственно, из этого параметра, несмотря на то, что это старая модель, я решил ее приобрести и, в общем-то, купил. Потому что цена на эту модель в нынешнем, вот в 24-го года, производит эту модель, есть, по-моему, спешки около 5000 рублей, скажем так, за 5000 рублей. Вот. Ну, значит, старый добрый RFX, старая модель, еще раз говорю, шорт-центр модификация. Вот здесь очень интересно, покажу я вам, вот на эмблемке стоит RFX, цифра 2, и написано Flying Hours. То есть два летных часа. Не знаю, к чему это наклеечка. То ли это два летных часа, может быть, в каком-то на учебном самолете дают полетать, может быть, в каких-то перелетах вот это вот приобретение этой модели. Не буду врать, не знаю, но наклеечка очень интересная. Ну, давайте коробку еще посмотрим с вами. Вот у нас с этой стороны показан вид сбоку аэроплана сегодняшнего. Указан, значит, масштаб. Ну и на разных языках указано, значит, собственно, что это масштабная модельный набор, скажем так. Вот с этой стороны у нас здесь кое-какие, значит, принадлежности показаны. Ну и размеры готовой модели указаны. 477 мм размах крыла и 361 мм длина по фюзеляжу. Значит, 160 деталей в модели. Вот, значит, и указана принадлежность, вот, собственно, вот этого самолета. Значит, 423-й эскадрон, королевские, канадские военно-воздушные силы, вот, Castle, что-то такое, 43-44 год. Вот, вот интересно, значит, что у нас перед нами канадская принадлежность даже данного самолета. Ну что, давайте откроем коробочку. Естественно, я ее открывал, она была распечатана. Я уже разглядывал все, значит, литеньки, все детали. Ну вот давайте сначала посмотрим саму инструкцию. Для 80-х годов инструкция достаточно неплохая. Хорошее качество самих картинок. Все четко, все нарисовано, по крайней мере, все четко. Схемка сборки очень простая, сама по себе модель несложная. Ну вот, для 80-х годов, собственно, все стандартно нарисовано. Вот. Значит, что меня вот здесь вот заинтересовало? Вот в этой картинке. В этой картинке я немножко вот этот момент поизучал. У Сандерленда была одна очень интересная особенность, такая прям яркая. Я думаю, что особенностей было много, но это вот была прям яркая особенность. Бомбовая нагрузка у него размещалась в фюзеляже. И конструкторы, резонно полагая, что делать бомболюк
в герметичной лодке как-то не очень надежно, могут быть проблемы с герметичностью, они решили сделать выдвигающиеся в бока из фюзеляжа по направлению к внутренним двигателям, выдвигающиеся такие кронштейны направляющие. На них висели бомбы. Перед бомбометанием пилот, значит, экипаж выдвигал эти кронштейны в разные стороны, и, собственно, с них уже скидывались бомбы. Вот такая вот интересная особенность. Здесь вот это вот показано, то есть можно будет сделать в выдвинутом положении на этом самолете, на этой модели. Схемка окраски, она одна, как мы с вами прочитали уже, значит, это принадлежность самолета. Только один вариант дается принадлежности. Значит, по краскам здесь пока не могу понять, какие краски здесь указываются, какой производитель. Значит, ну, потом разберемся с вами, можно будет что-то подобрать. Ну, и вот самое, конечно, интересное. Значит, вот мы берем половинки фюзеляжа. Вы видите размер модели, какой будет. Страшно даже представить расход грунта, расход краски на такую большую летающую лодку. Ну, и вот, собственно, линии расшивки. Показана даже имитация клепок сделана. Вот. Ну, собственно, я, наверное, немножко поторопился. И, скажем так, вот имитацию клепок я не принял за внутренние линии расшивки. Но вот пальцами я чувствую, что расшивка как раз здесь наружнее. Хотя, знаете, вот, честно сказать, непонятно, какая здесь расшивка. Я вот тут даже в лупу. Нет, расшивка все-таки, друзья мои, наружнее. Но за счет того, что очень хорошо выполнена имитация клепок, совершенно не портит эту модель. Вот эта вот наружная расшивка совершенно не портит. И я думаю, что я ничего перерезать не буду и буду собирать так, как есть. Так, откладываем фюзеляж. Консоли крыла. Все уже вырезано. Кто-то, наверное, пытался все-таки ее собирать, эту модель. Так, одинаково взял консоли. Так, ну вот как-то вот так вот, наверное, это должно выглядеть, да. Вот так вот. Вот мы видим вот здесь, вот как раз это то, про что я вам говорил. Это вот сюда вот должно выдвигаться будет. Ну вот так вот давайте с вами предварительно соберем. Я уже, конечно, это все пристыковывал уже. Вот так вот. И вот смотрим. Вот то, про что я вам говорил. Вот вырез самой летающей, в самой корпусе лодки. И вот сюда вот здесь вот будет вот этот кронштейн с бомбами. Вот сюда вот здесь будет находиться. Я не знаю, какой вариант я буду собирать. То ли убранный, то ли выдвинутый. Не знаю пока. Просто вам показываю. Вот. Откладываем, значит, вот это вот добро с вами. Ну, сама по себе модель, конечно, 160 деталей имеет. Да, ну, скажем так, по сборке ничего сложного нету. Все детали крупные. Для 80-х годов литье достаточно такое интересное, достаточно качественное. Я люблю вообще работать с белым пластиком. Вот он приятный. Да, он немножко хрупковатый. Вот конкретно вот эту модель. Вот так по звону такому вот. То есть удар пластмассы не глухой, а такой немножко звенящий. Вот. Но я думаю, эта хрупкость, она не помешает мне ее собрать. Ну вот. Поплавки. Что мне очень нравится здесь, управляющие плоскости, значит, элероны, по ходу дела рули высоты, руль направления, они все отделены от, соответственно, крыла, стабилизатора и киля. И можно сделать в отклоненном положении. Это всегда добавляет реалистичности модели, живости модели. Я люблю делать плоскости именно отклоненными. И когда они сделаны в одно целое, с крылом или стабилизатором, я очень часто отрезаю и делаю их в отклоненном положении. Вот стеклянные элементы, видим большое количество иллюминаторов. Вот, значит, по всей видимости, это вот, что-то из этих двух стеклянных элементов, это носовая часть, хвостовая часть. Вот, ну, посмотрим так. Еще один продолговатый литник. Вот мы видим бомбы. Бомбы, значит, вот здесь вот в этих треугольничках на конце помещены пропеллеры. Вот, имеются имитация пилотов.
но я их не буду применять. Вот. Вы, наверное, знаете, что я не очень люблю пилотов в кабине модели. Капоты двигателей. Ну, конечно, конечно, здесь все очень желает лучшего. Здесь, конечно, можно приложить руку. Никуда не годящаяся имитация двигателей. Вообще никуда не годится. Юбка тоже очень-очень грубая, очень толстая. В общем-то, да, вот эти детали, конечно, отвратительного качества, скажем так. Вернее, не качество, а отвратительной проработки. Качество как раз нормальное литья, а вот проработка сама, сама пресс-форма для отливки, сама она никуда не годится. Вот основной, значит, основной фонарь, основное остекление. Ну и вот, как раньше клали какие-то такие вот купончики, что-то надо заполнять. Вот. А вот подсказка по краскам. Мы видим Airfix вот на схеме Airfix M2, M6. И это равняется хамбролу. Вот показан хамброл. Ну, в общем-то, ни та, ни другая краска у меня в наличии не имеется. Я их, в общем-то, не применяю. Ну, декаль очень бедная. Очень бедная. Никаких технических надписей, никаких подсказок. Два бортовых номера, два больших обознавательных знака и два маленьких обознавательных знака на вертикальное оперение. То есть очень бедная, очень плохонькая декаль. Ну вот, собственно, друзья мои, вот такая модель у меня теперь появилась. За маленькие деньги, я считаю, я ее купил. Ну, я думаю, что самолет все-таки доставит некоторое удовольствие в сборке. Ну и в обладании вообще такая большая, красивая, четырехмоторная летающая лодка. Вот. Ну, коротко о самолете, если в двух словах сказать. Появился он в 30-х годах. Английский самолет, фирма Short Brothers. Вот, как мы с вами знаем, Англия в то время была достаточно большой метрополией. Соответственно, были большие водные пространства, омывали все это дело. Ну и в надвигающейся Второй мировой войне, которую все ждали и понимали, что она начнется, Англии были нужны большие, надежные патрульные самолеты, способные долгое время летать над водными поверхностями, выполнять функции разведчиков, функции поисковиков подводных лодок и, собственно, борьба с подводными лодками. Вот, собственно, вот этот вот самолет, он этими вещами и занимался. На излете войны уже это было не актуально, он применялся как просто патрульный самолет, без функции охоты за подводными лодками. Ну и какое-то время после Второй мировой войны он очень во многих подразделениях, причем не только британских, австралийских, вот канадских, как мы видим, он применялся в качестве транспортного самолета. Всего было выпущено что-то, по-моему, более 700 экземпляров всех модификаций. Модификации были от 1 до 5. Вот. И последние летающие лодки прекратили, значит, свою активную деятельность во второй половине 50-х годов. Достаточно известный самолет, достаточно заслуженный, красивый самолет. Вот. Ну и это вот у меня будет уже вторая летающая лодка в моей коллекции пока не собранных самолетов. Вот такое вот, друзья, у нас сегодня получилось с вами видео. Спасибо, что посмотрели. До новых встреч!